have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, Министерство трансляций, тоже здесь гора, да, друг мой, гора ЦИО. Погоди, а туда? О! А зачем? Я думал, мне на лестницу надо. Ёлки! Да. Ладно, там я не допрыгиваю. Видимо, мне сюда, потому что все-таки и стрелочка есть, и все. Ладно. А вот это... На самом деле, мне бы еще и туда, наверное, попасть как-то. Я же не могу с лестницы... лестница. Раз ты по ней лезешь, значит лестница. Ладно, я же не могу с лестницы спрыгнуть. Так, тут лед. Ага. Кто это храпит? Так, впрочем, не стоит беспокоиться, буду наслаждаться видом. Жаль, что ты этого не видишь. Спасибо. Дух захватывает. Ой, лед это уже, знаете, такое. Это одни из самых нервных моментов в этой игре у меня связаны со льдом, поэтому... Мне не нравится, что там что-то храпело. Это очень что-то большое, на мой взгляд. Раз уж мы уже встречались с крокодилом, почему бы нам не встретиться, ну, с медведем, например, на строительной площадке, правильно? Я очень далеко иду. Я уже тут могу постареть. У меня сейчас эта борода будет не рыжая, а седая, пока дойду. Офигеть. К чему это все? Площадка какая-то бесконечная. Может, они ждут, пока я упаду, но я упал, хорошо. Но только толку от этого. Мне кажется, то, что я внизу пропрыгивал, это будет наш какой-то некий, ну, грубо говоря, обратный путь, что ли. Надо посмотреть паттерн забора внизу, не повторяется ли он. Может, я кругами вообще хожу. Ну, а кто его знает? Лед вообще бесконечный какой-то. Причем смотрите, сколько его внизу, этого льда. Ну, может, это, может, хватит. Ну, да, хватит. Наконец-то. И чё? Долго же через этот мост, перебирался. Надеюсь, идти назад не придется. Мне кажется, нам придется раза два-три туда-сюда по этому мосту пробежаться. Ну, то есть, судя по тому, как игра издевается над игроками, я практически в этом уверен. Так, теперь нам вниз. Но зачем нам вот это? Неизвестно. Так, ладно, мне кажется, я начинаю понимать. Видите, там стрелочка вниз, стрелочка «Осторожно, собака» и стрелочка... Ой, и этот. Мне кажется, мне нужно сейчас срочно наверх. Наверх и... И зачем? И как? И что? А я тут уже ничего не сделаю. Нет, ну суть я понял, конечно. Да? Я так должен был от собаки ехать? Происходит. Мы, кажется, сейчас это будем второй раз после этого смотреть.
Блин, а как тогда? Ну, нет, ну давайте, типа, но мне кажется... Она меня догонит? Да, меня собака еще и тупо догоняет. То есть, вот это скольжение назад, оно... Я еще раз тут просто попробовать. Я при этом делать ничего не могу, видите? Не прыгать, не приседать, ничего, я просто скольжу. Меня сейчас обратно там убьет сосулька, ладно, я понял. Блин. Может, мне нужно успеть? Может, я могу успеть, прикиньте? Нет, ну а вниз как я поеду тогда? Ну, собака потом возвращается. Собака возвращается. Здесь я падаю намертво просто. Причем меня постоянно рестартит наверху. Я все время мог не идти, а мог проехать. Неплохо. Я все это время мог проехать, вы издеваетесь, Надь. Вот, услышите, кто-то храпит. Тоже замечание, которое он мне сделал про сосульку, типа, что она выглядит очень опасно. И я не знаю, зачем все это. Погодите. Я пока не соображаю. Подождите минутку, я сейчас подумаю, как это все можно сделать. Появилась на секундочку идея. А что если дважды затриггерить? Смотрите, так. И вот так. Там ничего не изменится. Там просто мы когда падали, я видел внизу вроде как... человека, что ли? А, я понял. Подождите, подождите, подождите. Я все понял. До меня резко дошло, как это делается. Я пока туда-сюда катал. Я вообще думал поднять лифт до уровня, чтобы до этой девушки. Потом посмотрел, с какой скоростью он останавливается. Вот так вот мы доезжаем. Теперь что вот эта кнопка делает? И зачем? А зачем? Нет! Ты чё, дурак, что ли? Я все-таки сюда можно было высадить собаку, прикиньте. А что я здесь? Зачем мне тут? Ну, construction, это все прикольно, а... Вся эта идея мне до сих пор непонятна. А, все, я понял. Ох ты ж, ё, это сложно. Да ну вы чё, это сложно. Я понял, для чего мне человек, я понял, для чего мне это все нужно. Нет, 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 не сюда, давай, беги. А может мне собаку оттуда выманить?
Кстати. Вариант. Вполне вариант. Я могу, наверное, даже... Ну-ка, с этой стороны. Два ковалка такие. Я понял, зачем нам... Это девушка, беги, тварь, впереди меня, беги! Этот безумец преследует меня, спасите! Вот, 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 вот это экшони, вот это то, что нам нужно. Как они бегут по льду, не скажете? Ее сейчас сосулькой убьет, вот для чего она нам нужна. Бам! Я ее убил. Ну, собственно, круто. Еще одного человека убил. О! А, я думал, там прыжок нужен. Я должен быть сильным. Ты должен быть быстрым, чувак. Я делаю все это ради жены. Выпустите меня. Я справлюсь. Осталось немного. Теперь у меня вопрос. Что ж там внизу такого? Я ж... Ну, то есть, когда я внизу пытался пробежать, я ж там не допрыгивал. Я думал, что я туда каким-то образом вернусь, но нет. Теперь я практически уверен, что там были ботинки или какой-то... Или какая-то крутая секретка. Ну, загадка с лифтом мне понравилась. Хорошо, это была вторая студия. Мне теперь, я так понимаю, в третью. А четвертый это Камень-сун. То есть скоро будет. Четвертый павильон пока недоступен. Или же нам придется бегать по закрытому павильону уж. Ох, блин. Гримерка. Что-то тут не так. Ниже отражения. А-а-а. Что теперь? Видите, под ним пол сейчас провалится. Да, это было очевидно. Это он! О, привет, Фрэнк, нет! Какой нафиг Фрэнк, ты о чё? Сожри его, такой стоит! Да, сожри его! Ясно. Тут просто видно, что там кусочка пола не хватает, а на стульчик надо просто сесть, нажать вниз. Так, что теперь? Там было вниз, и там было вверх. Нет, стой, стой, стой! Там... Надо сразу на вторую прыгать, а не на первую. Это я тупо... Там еще под землю можно спуститься. Сейчас будем пробовать все варианты, что да как. Беги! А, вон ботинки, я понял. Мне нужно, чтобы Фрэнк сожрал этого чувака. Падай, урод. Ты зачем сюда поднялся? Я сейчас скину на тебя что-то, возможно. На самом деле, зачем я сюда по... Вверх. На коробочке нарисовано вверх. А зачем? Ну, здесь мне явно нечего делать. Не трогайте художество. Мне явно вот с этим чуваком надо что-то сделать. А, погодите, шахта закрыта, да, я так понимаю? М-м-м.
Мне зачем-то туда надо. Ну, то есть, игра это мне здесь поставила для чего-то. Вот для чего. Все, он наелся. Я думал, это ботинки, которые я могу взять, а это ботинки, которые... Вот для чего мне это надо было. Я понял. Окей, окей, хитро. Все, брось, блин, каку. Ну, дайте я. Это точно не ботиночки какие-нибудь? Я погладить Фрэнка не могу. Попробуем. Я в его логово забрался. Я вообще на рандом сюда пошел. Ноги плавают в них. Может, их Фрэнк носит, пока никого не видит, пока никто не видит. Тайная страсть Фрэнка, блин. Ёлки, вот это крутая секретка, мне понравилось. 7 из 18. Ну, да я так понимаю, что там очень-очень много я чего не нашел, но вот такие вот вещи мне очень нравятся. Я просто радуюсь, когда мы их находим. Только что увидел, как крокодил сожрал человека заживо. Раз такое может, ну, можно подделать? Блин. Любой зритель должен заметить. Так, а... Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Мне туда. Где, где эта тупая птица? А что тут? Тут просто конец павильона? Туда, туда, туда. На эти стульчики я присесть не могу. Зачем это здесь? Просто тупик. Ну, то есть сюда можно пройти, но тут просто тупик. Это немножечко неспроста. Ну ладно. Поехали сюда, в эту сторону. А зачем тут стоп для толкания чего-то? Вон, видите, желтая штучка на полу. Я понял, зачем тут стоп. Выход туда, это тоже понятно. Ну это ж... Вон, я еще туда могу попасть. Давайте попробуем. Я не знаю, что мне это даст. И нужно ли мне туда, или это опять же... Какая-то левая локация. Вроде выглядит как нужным. Клетка Фрэнка. Лестница вверх. Ну, это... Так, дверь закрыта. Ладно, попробуем вверх. Где-то должен быть, походу, еще или какой-то краник, или еще что-то. Даже не знаю. Я доволен, что Фрэнк наконец покушал. Он 3 серии за мной гоняется. О! Да, сюда можно. Тут есть лестница. Осторожно, опасность, 5-10. Так. Да ладно. Да ладно. Нет! А почему ты не зацепился-то, дружище? Кстати, о вороне, вот она. Ладно, нам нужно, чтобы на лифте было 2 человека. Один там уже стоит. Ящик надо каким-то образом. Не подходи, убийца. И не убийца. Я видела, как ты убил Бобби. Когда выберусь отсюда, всем расскажу. Ну, ну, допустим, наверное, не я. Да, да прыгнешь, пожалуйста. Ну, прыгни же, дружище. Ну, в чем проблема-то? Нажимая прыгнуть вперед, он делает просто вперед, и все. Очень жаль, что тут нету спусков, как в Dark Souls, когда такой берешь по лестнице вниз. А, по крайней мере, теперь без диалога. А, с диалогом, ну...
А, я понял! Чудовище! А, ее тоже надо было убить, хорошо. Нет, нет, нет! А, серьезно? Без нее я не выберусь. Или как? Погоди. Стой, 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 стой. Серьезно? Да? Так, у меня начинает в голове вырисовываться более-менее картина, как это все делается. Но я не пойму пока что, как сделать это все правильно. Эта штука отпустит мне ящик. Ящик начнет ее топить. Топить ее будет медленно. Нет! Ты что, дурак, что ли? Это понизит нам уровень воды. По-другому я сейчас отсюда не выберусь, правильно? Правильно. Хорошо! Хорошо! Я понял, блин, там вагонетку вижу. Мне за это время нужно успеть? Или мне нужно... Нет, нет, ну мне нужно за это время... Ох ты ж, ё, вы серьезно? Скорее, скорее, анимацию уберите. А я не успеваю, да? Да ладно вам. Ну это же жесть. Там анимация срабатывает, я во время анимации ничего сделать не могу. Скорее, 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 скорее. Да нажмись, да нажмись! Это бесполезно. На пол сантиметра, ну, короче, да, это реально, на пол сантиметра буквально лишнего перелетаешь, и все. Какого-то подмагничивания действия нету, очень жаль. Потому что, ну, я не скажу, что здесь плохое управление, это управление здесь нормальное, довольно четкое, но иногда бывают вот такие штуки, когда просто жаль немножечко, чтобы тебя довело до нужного места, и тогда все будет хорошо. Нельзя толкать ящик до конца. Я понял, потому что иначе мы не зацепляемся. Ну или я что-то кардинально неправильно делаю, или я не знаю, в чем прикол. Ящик вообще потом надо будет к черту столкнуть, потому что... А может я его успею сейчас полностью столкнуть? Я же могу с той штуки долететь, по идее. Мне
Вместо того, чтобы залазить, попробовать его столкнуть. Ага. Если я его полностью сталкиваю, концентрация у нас идет на ящике, и его начинает поднимать. Окей, значит, его надо не до конца толкнуть, чтобы у меня остался зазорчик, куда я могу прыгнуть. Иначе я не понимаю, как это работает. Та, что ты делаешь-то? А, вот эти водные уровни, они чертовски сложные. Так, тут я закрыл, там я закрыл, правильно? Мне назад? Ну, вроде я сделал все, что от меня зависело. Сейчас попробуем. Ох, блин, пусть это будет правильно, правильно здесь, потому что я не знаю, что там еще можно выдумать. Блин. Я ж сюда подымался за вот этим, да? Ай, больно. А мне дальше куда? Это я закрыл. А, лодка. Лодка. Вроде все правильно. F. Да, у нас F, чтобы грести. Греби быстрее. Я пытаюсь. Быстрее. Я еду на лодке. Просто забейте. Что за храм? Ёпперес, это... Эта статуя как будто предвещает битву с каким-нибудь боссом. Я не хочу, пожалуйста! Хорошо, что, что это не такое шоу. Это предвещает то, что меня будут жрать пираньи, смотрите. Черт, ну поехали дальше, посмотрим. Сраные пираньи. А как я это, по-вашему, должен был сделать? Но это же невозможно. Я не успеваю останавливаться. То есть эта кнопка, она абсолютно невозможна. Вы чё? Я и допрыгнуть-то не всегда успеваю. Да я же... Я уже выжил! Я уже вышел из воды! Вы что делаете вообще, придурки? Но я не успею. О, ладно, ребят, тогда предлагаю на этом моменте закончить. Начнем уже в следующей серии. А, вот это с водой, с пираньями, не знаю, меня так бесит. Все мои плохие уровни, которые, ну, которые мне здесь не понравились, они все были связаны с водой. Надеюсь, я тут не застрял. Все, всем удачи, добра, бобра, всем молодышек и всем покеда.